Саженцы черешни, орловская янтарная, Prunus avium, являются раннеспелой плодовой культурой, высота которой достигает 4 метров. Отличается данный сорт окраской ягод, янтарно-желтый цвет. Урожай можно собирать уже с 10 июня. Дерево отлично адаптировано к переменам погодных условий и не подвержено негативному влиянию влаги. Форма кроны орловской черешни в форме пирамиды немного приподнята наверх, средней густоты. Этот сорт черешни нуждается в деревьях-осеменителях, иначе урожай будет скудный, либо вообще отсутствовать. Черешня обыкновенная орловская янтарная – это дерево высотой до 350 см с типом роста, среднерослый. Цветет растение в месяц май. Черешня обыкновенная орловская янтарная имеет средний срок созревания. Его плоды созревают в месяц июль. Урожайность черешни обыкновенной орловская янтарная составляет 35-42 кг. Плоды имеют массу 3,5-5 грамм. Форма у плода сердцевидная. Цвет плода желтая. Вкус сладкий, мякоть сочная. Плоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Важно, что черешня обыкновенная, орловская, янтарная, самобесплодный, обои полый. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.